Украина в ТКАК поднимет вопрос стягивания российских войск. Стягивание российских войск к границам Украины могут обсудить на уровне трехсторонней контактной группы ТКАК по мирному урегулированию на Донбассе. По крайней мере, украинская сторона этот вопрос поднимет. Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» заявил глава украинской делегации в ТКАК Леонид Кравчук. Завтра мы этот вопрос попробуем обсудить, хотя, честно говоря, мы должны решать те вопросы, которые определены минским и нормандским форматами. Вопросы скопления войск и агрессии – это является для нас основой нерешения многих вопросов. Поэтому, конечно, мы будем это ставить и обсуждать, но какая будет реакция с российской стороны, мне предположить трудно, заявил Кравчук. Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска по трем направлениям. В Кремле отмечают, что эти меры проводятся в рамках военных учений, но Киев опасается, что Москва ищет повод для провокации и эскалации военного конфликта. Служба безопасности Украины уже объявила, что до конца мая будет проводить масштабные антитеррористические учения на границе с Россией в Харьковской области.